А вот когда проголосуют другой, крайне важный документ для жителей Донецкой и Луганской областей, вопрос уже почти риторический. За 3 года проведения АТО народные депутаты никак не могут принять закон о компенсации за разрушенное жилье. Сейчас на Востоке 8 тысяч разрушенных домов. И кто должен их отстраивать? Поскольку закона нет, то все проблемы люди вынуждены решать сами. Кто-то ремонтирует жилье за счет своих сбережений, кто-то благодаря волонтерам. Наш военный корреспондент Ирина Баглаев при фронтовом Зайцево встретилась с семьей, которая потеряла все. Кто им помог и что с людьми сейчас? Смотрите в ее материале. Фото, документы, аптечка, фото. Ну, скажем так, надежно. Книжки есть. Это май 2016-го. Маленькая Зарина проводит для нас экскурсию в погребе. Тут она с бабушкой и дедушкой пряталась от обстрелов. Их дом практически на линии огня был еще цел. Девочка помогала по хозяйству, а в крошечном помещении под землей мечтала, чтобы ее семья, разделенная войной, снова была вместе. Больше всего скучаю за сестрами, за Тамарой и Алиной. Света нету, света нету, газа света нету, нету, дома нету, нас нету, в подвале, раз, но у нас в подвале засыпало, у бабушки дом разбомбило. Тамара, Алина и Зарина. Теперь они вместе, ютятся в чужой хате, в нескольких километрах от родного Зайцева, и наперебой рассказывают, как едва не погибли. Начали стрелять много раз. Мы в подвале были, и метра подвала упало, и подвал засыпался. Это подвал, в котором и пряталась Зарина 2 года во время обстрелов. Отсюда ее последний раз и откапывали военные. Полчаса хватило российским наемникам, чтобы превратить дом Зарины вот в такую свалку. Родителям так и не удалось сегодня доехать сюда, чтобы забрать вещи. Но благодаря нашим военным, которые провели фактически спецоперацию, мы смогли показать, во что превращают российские наемники дома мирных жителей. Семья Эминовых потеряла все. Их дом полностью разрушен. Мама Зарины хотела на руинах хотя бы собрать уцелевшие вещи, но не смогла. Мы поднялись наверх, прямо перед нами в 100 метрах, может, взорвалась мина. Осколки полетели, мы развернулись и поехали назад, потому что туда очень страшно ехать. В семье Зарины уверены, боевики прицельно стреляли по их дому, чтобы отомстить Эминовым за помощь украинским военным. Она практически военный волонтер была. Она по ссылке ездила, забирала, кушать военным готовила. Кому-то не понравилось, они ее сдали. У нас это 4 раза в одно место летает. Такие обстрелы в Зайцеве и днем, и ночью. Вот снова попали уже по руинам дома Эминовых и по местному гуманитарному штабу. Мы все прятались там. Оно летело со стороны ДНР. И вот это прилетело. До вот этого попадания было 60 человек в доме, находились люди. Люди получали, была служба, получали помощь гуманитарную. Что же вы так встречаете? Опа! Эминовых фактически спас Вячеслав. Волонтер из Бахмута без бронежилета и каски на стареньких «Жигулях». Он постоянно ездит в красную зону. Для многих он последняя надежда. Волонтер вывозит семьи, оставшиеся без крова, и на мирной земле подыскивает им временное жилье. Оставшимся на линии огня доставляет все необходимое. Топливо для генераторов, свечи, продукты и надежду. Когда ты смотришь в глаза людей, то ты понимаешь, что там отчаяние, разочарование, страх. И когда уезжаешь, ты видишь слезы радости того, что в жизнях, в сердцах людей что-то происходит. Его красные «Жигули» легенду знают на всех дорогах АТО. Его волонтерская организация и церковь помогли переехать из обстрелов почти 9 тысячам человек. А самому Вячеславу подуставшую легенду не удается даже поставить на ремонт. Закипело. Да. Еще поезжу, думаю. Ведь жители так ждут приезда волонтеров и не знают, куда бежать со своей бедой. Как зафиксировать факт разрушения дома и где взять деньги на ремонт или строительство нового.
За 3 года войны на Донбассе более 8 тысяч разрушенных домов. Кто должен компенсировать людям убытки? Тут, в 1000 километров от фронта, под куполом парламента, разрывы не слышны. И фронтовые беды кажутся слишком далекими. А попытку узаконить хотя бы механизм компенсации за разрушенные дома депутаты провалили. Аргумент следующий. Если мы начнем компенсировать людям разрушенное жилье, то тогда это затраты государства. А должна это нести держава-агрессор. Они почему-то считают, что после этого законопроекта нужны миллиарды гривен из государственного бюджета. Деньги действительно нужны, но не сейчас. И этот законопроект четко прописано, что на данный момент ни одной копейки из государственного бюджета мы не просим. На следующей неделе депутаты снова подадут отредактированный законопроект. Надеются, что в этот раз удастся убедить коллег. Тем временем в Зайцеве многодетная семья пытается найти деньги на новый дом. 50 тысяч гривен. У меня нет надежды. Я вообще не знаю. Дома нет. А это главное, чтобы крыша своя над головой была. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Евгений Вахнюк. Из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер.